Во всех городах России проводятся заключительные мероприятия по итогам года добровольца. Вчера волонтеров чествовали в крае, а сегодня итоги подводили в Сочинском государственном университете, где центр волонтерства появился 9 лет назад. Волонтерское движение СГУ началось с 2009 года, создание волонтерского клуба «Созидание» еще на тот момент. Но когда началась уже полным ходом реализация волонтерской программы «Сочи-2014», в 2010 году мы попали из 160 претендентов в 26 вузов, которые стали волонтерскими центрами «Сочи-2014». И вот с 14 мая 2011 года, когда мы праздновали 1000 дней до Олимпийских игр, мы открыли наш центр. Теперь вся история сочинского волонтерства СГУ хранится в музее истории. Это и наследие зимних Олимпийских игр, и недавно созданная выставочная экспозиция, посвященная недавнему событию — чемпионату мира по футболу. Активными волонтеры СГУ были во время проведения российского инвестиционного форума, домашних игр хоккейного клуба «Сочи» в континентальной хоккейной лиге, российского этапа кольцевых автогонок «Формула-1». И таких мероприятий в 2018 году было 115. Могу себя назвать достаточно опытным волонтером. Во-первых, огромный пласт жизни волонтерской — это непосредственно события FIFA, то есть это Кубок Конфедерации, Чемпионат мира, жеребьевки, Кубка и Чемпионата, семинар команд. Ну и непосредственно все события, которые крупные проходят в Сочи, непосредственно я тоже там участвовала. А сегодня в региональном слете событийных волонтеров приняли участие студенты Кубанского государственного технологического университета, чтобы обмениваться опытом, ведь сочинцам есть чем поделиться. Сейчас ресурсный центр волонтерства СГУ насчитывает 3030 человек. Впереди новые участия в крупных мероприятиях, которые постоянно проходят в курортном Сочи. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Спасибо большое.